Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Суровая зима. Так, давайте починим, возьмем турель. Я не буду разброс на турели. Алиенс, Dark Descent. Я очередной раз делаю заход, чтобы все тут упорядочить. Погнали. Тут вроде нора, но врагов не видно. Че я сюда бегу, а чтобы открыть. Потому что вот. Уничтожить стену, да. А мне нужно то, что лежит в ангаре. Это просто сырье, это просто лут. А выйди изнутри, я потом просто тут расчищу всякое. Так. Погнали. Все на классно. Блин, еще турель есть. Забрать не могу, да. Ну турель, потому что. А, логично. Давайте зачищайте, и я посмотрю, что тут осталось. Нашли. Вот еще один. Let's see what's inside. Ну нормально, 9 патронов. Медичку не помню, я полную брал. Не, не полную брал, мы сейчас ее дополнили. Так, еще отлично. Отлично, отлично. Что тут? А, осталась турель только. А вот тут остался гаечный ключ. Ебаный бабай. Пойдем заберем. Подожди, вход есть, вход есть. Открыть. Я же не буду сзади бегать. Сейчас сюда заключим, сходим. А, заперто. Заварить, не надо заварить. А, нет, открыто, все нормально. Долго-то будешь кто побег клацать? Пошли. Ну там ползмамет все сделает на самом деле. Ну, броневик. А я себе еще ингачный ключ получился. Отлично. Давай. Так, вот тут осталось закрыто. Посмотрим, что тут вообще. Тут ничего, двери закрыты. А видимо какой-то командой только открою. Так, ок. К броневику. Бегом, бегом, бегом. Там кто-то сзади ходит. Так, мне сюда и в лифт. Так, вы не вмешивайтесь, вам не надо. Так. Молчи про сигнатуры. Просто молчи, чувак. В лифт. А в лифте я еще не был, если что. Roger. В прошлый раз мне тут устроили места зимовки раков и продемонстрировали мать Кузьму. Так, доступ к центру связи с спутником открыт. Воспользуйтесь подъемником Ferris Spire обязательно. Ой, елки. Но... А, ну это алиены. Ой, алиен, блин, ну короче эти. О, кто-то из ползмамета хреначит. Вот что это? Усиленный плазменный выстрел. Елки. Внушение. А, он уже отъехал. Так, еще давай. А, еще нету. Так, ну-ка давайте-ка. Погодите, у меня есть снайпер. Нет, у меня нет снайпера. По неведомой причине у меня нет снайпера. О, выполнено. Подключите Хейс. Сейчас подключим Хейс. Так, у меня преследование идет. А с другой стороны, тут негде преследовать-то. Тут негде преследовать, тут лифт и все. Башня. Смешно. Снимайте турель. Packing sentry gun.
Погодите, а я тут видел ящики. Я видел ящики. А, они вот тут где-то. Вот они прячутся. Так, аптеку я еще одну не возьму. А лечить никого не надо. Что делать? Это ключи. Патрон. Преследование прервано, хорошо. Давай, передачу. Ну, я думаю, мне куда-то еще придется идти, там, в подвал, еще куда-то. Не может просто так все быть. Но центр связи где ничего нету? Так. Связь установлена, Хейс выяснил местоположение лаборатории. Связь установлена, черт. Лаборатория расположена в самых недрах горы. Скрыто защищенный шахтой подъемник и суперпрочной дверью. Кодовых панелей нет. Прям хранилище судного дня. Есть обходной? Только если скалу пробивать, а так нет. Через дверь, либо никак. Придумай что-нибудь, Хейс. Дождь ждет. Ну я... Похоже, в ангаре С есть силовые погрузчики. Можем попытаться открыть дверь с помощью, если приводы не сгорят. Попытка не пытка, морпехи. Так, сохранение сработало. Пошли вы все в пень. В углу сидит, в углу. Вентиляция где-то сидит в углу. А я уношу ноги. Правильно, нифиг. Безопасное место. Там, правда, не работает вот это вот, что... Отдых. Там остался ключ и осталась аптека. Так, надо пробежать, просто пробежать. Вперед. Так, в этой части комплекса ни хренища уже нету, мне вот сюда. А тут еще одна турель еще стоит. Заварить. А, открыто. Так, кто-то один забирает погрузчик. Скорее, приготовьтесь обеспечить огневое прикрытие. Времени в обрез. Блин, куда он пойдет? Какую он дверь пойдет? Открывать хотел бы я знать. Можно как-то об этом узнать? Мне кажется, нельзя, да? Непонятно ни разу. Я бы туда турель поставил просто. Ладно. Погодите, а тут, тут что-то есть. Хм, тут два ящика, тут патроны. Ну-ка, отошли. Так, там, мне кажется, в этой норе сидит. Жаль, не удалось высадиться здесь. Я остался без прогулки, сержант, вдохни полной грудью. Где высадиться? О чем вообще? Я жаден до ресурсов, да. А потом погрузчик. Я просто не знаю, где турель ставить. Потому что я не знаю, куда я пойду. А хотелось бы знать. Ну, это свирепствует. Это... Так, тут вот она дверь. Все, понял. А мы пойдем под прикрытием броневика тогда. Так, тут что-то есть? Кроме... домик тут есть, хорошо. Залез. Снайпер. Бесконечная волна достигла сектора, да. Пока нормально. Уложили, молодцы. Они в странную сторону идут на их враги. Так, что-то посередине примерно, непонятно. Надо... Спереди. Дроны, что ли, эти? Не кусай погрузчик.
Так, боевой дрон. А зарядить боевого да некому. Copy. Reloading the drone. Ну, как с подручным же. Land support required. Hang on. Our ride is так, времик поехал. There's something around. Так, сейчас погрузчик приедет. А, вон он сбоку объезжает, нормально. Погрузчик наваляем. Ой, погрузчик, броневик. Ползма пушкой нахреначить. Так, ждем тут. Там погрузчик охранен, все хорошо. Ну как, вот тут вот, всякая срань где-то живет. Нет, вот тут, ниже еще. Но это разберемся сейчас. Аптека. Ну, кстати, можно подлечиться. Так, давай тут подлечим. А кто тут бегает за аптекой? А, ну сейчас пока не потрачен еще, да. А теперь сбегай за аптекой. Let's see what's inside. Ну нормально. Move on. Ну. А вот так оригинально в стороны. Конечно, волна окончена, Улей начал преследование. Осталось забраться внутрь, это искать Кассандру. Сохранение, хорошо. Плюс стресс, еще плюс стресс. Так, ну у меня преследование продолжается. Это хреново. Давайте подождем, преследование, чтобы кончилось. Стресс 50, хрен у тебя стресс 50. Так. Давайте антистресс прими, чувак. Тебе и тебе. Ждем. Накопленного стресса. Ай... Блин, я. А че он так быстро тикает, смотрите? Прям летит. Это вообще 62. Преследование прервано. Все, на преследование реакция. Все, я понял. Ну пойдем. Подвал. Я так чувствую, там большая еще территория. Хотя прогресс 50%. То есть, ну, еще столько же, да? Зачем же мучиться? Просто примите неотвратимое. Не всякому дано стать избранным, но всякий может служить благой цели. Верно, сержант Харпер? А меня что, видно уже? Вряд ли сообщение записали заранее. Думаешь, Марлоу тоже здесь? Надеюсь, что я смогу его прихлопнуть. Как ты цел? Ты просто покаятельная, что дала Бука? Работает. Но голос меня не оставляет. Будто кто-то перешептывает в соседней комнате. Держи, Джонас. Тебе еще дочку искать. Так, чем тут имеем? Ничего нет. Пошли. Я вижу ящик, конечно, но это все, что я вижу. Дайте я соберу ящик. Так, зверю ничего сделать не могу. Забрать не могу, это гаечные ключи. Хрен. Пошли спать. Stay frosty, Marines. Да, это ключ. Но там еще ключ. Че внутри? А на белос внутри. Пошли смотреть.
creepy fucking place. Проклятое место. Куда дальше, Хейс? Честно, не знаю. В секретной лаборатории пол и планы секретные. Обыщите тут все, найдите Кассандру, выбирайтесь живыми. На это тоже. Ключ, и вообще гора. А я вообще ничего открыть не могу. А, нет, тут могу. Иди открывай. Я думаю, ничего хорошего не даст. Ну, давайте. Я думаю, просто кольцевой коридор. О, нет. Да. Потом просто там за углом он завален. Я схожу посмотрю, что буду. А, он закрыт. Дверь закрыт. Угу. То есть тут нигде ничего не открыть. А тут что-то вырвалось, смотрите, выбит. Не фонтан, конечно. Stay frosty, Marines. Снайпер есть у меня, Руис. Хорошо. Турель, хорошо. Если я еще был уверен, что она... Пожалуй, только крошить, могут так раскрочить эту дверь. Датапад лежит. Терминал должен управлять камерами, но никаких гарантий, что Кассандра там. Довольно, ребята, откройте чертовы камеры. Не спеши. Джонас, мы не знаем, что у них. Может, смотр камеры, нам что-то комната нам что-то подскажет. Пройдите вглубь базы, пройду вглубь базы. Hey, I found something. Looks like a data pad. Так, аптека. Аптека, хорошо. Объект в Эдмонд-Ютоне, 426, лаборатория Тантала. Отчет о субъектах. Камера 01, группа 4 особей. Камера 02, 6 несформированных особей. Камера 03, аномальная особь. Камера 4, заключенный. Камера 5, альфа-особь. Камера 6, недоступна. Наблюдение дает многообещающие результаты. Продолжаем эксперимент над заключенными. Ну, всего 5 этих сообщений. Let's see what's inside. Так, сейчас все соберут, я включу камеры. Больше ничего? Больше ничего. Тут турель валяется. Блин, я, может, поставил бы турель, но я не знаю куда. Опа! Вот они, камеры. С особями. Воспользуюсь тебе терминалом, откройте камеры. Ну, здорово. Так. А камера 6 недоступна. It's quiet. Да молчи. Too quiet. Quiet. Как? Журнал... Как? А, управление. Джей, но Джей не работает. Тактический анализ. А, ну ладно. Может тут? Карта автор команды, кодекс. Кодекс, да. Датапады. Итак, группа 4 особей, 6 несформированных. Я думаю, это алиены. Аномальная особь, ну, видимо, тоже. 4 заключенные. Альфа, ну, короче, 4-ю и 6-ю я бы открыл. А, 4-ю. И 6-ю. Roger. Я надеюсь, гнездо не будет активировано. Пронесла, еще чуть-чуть. Он ранен. Передать ему снаряжение и настроить нашу частоту, надо поговорить.
Я сержант Джонс Харп с военного корабля, да, вы. Я ваш должник, Тео Стёрн, капитан. Отвечаю за корпоративную безопасность в Эланд-Ютоне. Значит, работайте на Прайс. И как же такого человека занесло в эти края? Сбавь оборот, сынок. Меня отправили на поиск Кассандры. По дороге потерял лучших бойцов. Это база, чертова гадюшница. Ага, успели заметить. С кем имею честь? Майка Хейс, бывший заместитель администратора станции Пионер. Рад знакомству. Тут такое дело, меня бы зашло, и побыстрее, вы ведь на транспорте не подбросите. Надо подумать, а нам с этого что? Ну, во-первых, я знаю, как выбраться, не буду задерживать ваших ребят, а во-вторых, я помогу вам открыть двери лаборатории, вот смотрите. А чё шестой недоступно, мне интересно. Дешифров что надо? Довольно? Ладно, ждем вас в бутылке. Убей глупости, ясно? Да, яснее некуда. Так, Стерн открыл нам доступ в новую комнату. Поторопитесь, нужно искать дочь Харпера. Так, хорошо. Он открыл и ушел. Да, молодец. Этих только один вопрос. А шестую дверь мне надо открывать? Ну и просто интересно. А, погодите. Четвертая, пятая... А, шестая крякнулась, да? Вот эти попробую сказать. Ну, мне просто интересно. Блин, нихрена не жди. Идите сюда. Остановите это. Один из них. Он смотрит на меня. Я смотрю на него. Мой голос, их голос. Теряю себя. Марлон должен заплатить. Вот так вот лучше. Какие-то формулы. Папа. Понял. Так. Нам куда? Да нам хрен знает куда. Обратите, я не знаю, куда нам. Ладно, выходим и идем. Так, аптека 4 из 6. Аптеки я собрал. Все здорово. А, погнали. Погнали, сказал. Вы даже представляете, что пытаетесь остановить. Это существо квинтэссенции эволюции. Людям такое даже не снилось. Его семя способно починить тело хозяина и привести его на новый уровень бытия. Это вознесение. Это апофеоз. И чё? Айс найду. Ну там где-то топчется эти сволочи. Да, можно отдыхать, но мне пока не нужно. Говорит, вылези, старик, я тебя вознесу. Я его сам вынесу. Чем тяжелым по голове. А что, я мог сюда сам пройти? Ну ладно. Ой, сколько патронов. Пойдем посмотрим по патронам. Оп, стоп, двери. Вот. А возможно отпады? Нет? Хрен там. Я вышел таки снова на Дерибас. Или я тут был, или я тут не был. Это не датапад. Че, приближается что ли? Так, куда мне идти? Ну, это все закрыто. Да молчите вы. Так, сюда. Сюда. Так. Пойдемте. Я не сказал, что тут ходит.
все стоят, ковыряют носу. It's quiet. Too quiet. Ты просто слишком тихо, просто уже задолбал. А, взломать можно, отлично. Affirmative. Блин, нас задолбать выбираться. В плане выхода тут все очень плохо. Это что такое? У нас команды тут уже были. Десятки гражданских выставлены на потеху Марлоу. Что же случилось? Мой помощник Маркан, добрая душа, пришел их освободить. Я согласился. Но как мы вошли, культисты привели свой план в действие. Даже невольники напали на нас. Короче, они хавают все, что скармливает Марлоу. Мне жаль. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Покойся с миром, брат. Улыбка поплатится. Если прям хочешь спасти остальных, расскажи все, что знаешь об этом комплексе. Прайс отправил нас туда вслепую. Она не любит делиться лишней информацией, если вы еще не заметили. Так. Ну ладно. Это прямой снайпер, у меня хрен знает где сидит. Да блин, долбанный снайпер, ты где? Да блин, ты снайпер, достал. Почему они начали стрелять? Потому что снайпер. Потому что апельсин. Так. Датапад. За ним, туда, то есть. Ага. Идем. Ну ладно. Сектанты не роботы. Нормально. А что, тут за стенкой? А, тут сидит в вентиляции, походу. More signature spotted. Да, спотят. Hey, I found something. Так, снайпер, like a data pad. Работай. Got you in my sight. Tango down. Молодца. Датапад, да. Личный дневник сержант Лео Альварес. Не знаю, с чего начать. Редфилд сказал, что нас ждет стандартная операция «Грязная работенка» для Вейланд Ютани. Компания потеряла связь с одним из своих объектов. Тоже меня удивили. Мы местные знаем, что способны здешние бури, особенно если разбить базу в горах. Вот только это была далеко не обычная база. Не знаю, что именно мы увидели в этом богом забытом месте, но находить это явно не стоило. И сомневаюсь, что теперь хоть кто-то найдет нас. Неплохо. Так, туда ходить нельзя. Там лежит аптека, но там... У меня только значок светит, что это... Ну ладно. Пока оно тут не уйдет, я туда не пойду. Так. Я пришел отсюда. Вот еще вниз есть проход. И за него есть проход. Ну, он долго будет там сидеть, поэтому давай пока сейчас туда сходим. Может, что найду? Сидельцы вентиляции. Создать укрытие. Да не нужно нам укрытие. Так, ничего больше не лежит. Ничего больше не лежит. Воздушных ксенотоксин. Это как-то их через воздух их морить как-то, что ли? Ладно. Так, мне за него туда вперед. Погнали. Кто-то аптеку возьмите. А, никуда, да, я понял. Да, блин. Да идем мы с пятачком. Don't get too comfy, okay? Ничего там гаечный ключ. Тут чё? Тут ничего. Блин, я открыть дверь-то не могу. Так, ну там дятлы ходят. Понятное дело. Move on!
They're heading our way. Тут чё? Ещё комната? Чё дают? А, ресурсы дают в двух местах, да? Понял. Ресурсы раз, ресурсы два. Да бери, бери, бери. Так. Блин, я вот такими вензелями хожу. И выход вроде рядом, то не пройдешь. Побежали. Там какая-то сраница за дверью. Тупичок. И теперь сидит меня караулит. А, вот выход есть. Все, нашел. It's quiet. Too quiet. Я так понимаю, там вентиляция сидит опять. Козел. Ничего. Много комнат. Оп. А кто там? Ну, трайк так не перещелкаю. Хотя, если опять это сектанты. То как бы похрен. А вот если алиены, то не похрен. Открывайте. Ну вы серьезно? Ладно, тогда я открою. Мы на верном пути, Харпер. Ситуационный центр. Отсюда мы можем открыть двери с доп. Защиты и продвинуться дальше в комплекс. Морпехи, смотрите, будьте начеку. Эти твари знают, что мы здесь. Ну, пока не очень они это знают. Так. Просто лабиринт какой-то. Лев Кассандры пока нет. Ну да. Лечиться. Лечиться. Собирать, собирать. Ничего нет. Ну там домик рядом есть, но пока я смотрю, все не в психе, все хорошо. Так, ломаем. Переборки открыты. Зашибись. Куда идти-то? Вот сюда наверх? Или вот сюда? Короче, из двери направо. Ага. Да? Оп! I have multiple signals. Hurry up, да, тут squad. Такие multiple signals. А, тут ни хрена. Опа! Слушайте, я ненавижу снайпера просто. Просто ненавижу снайпера. Он никогда не смотрит куда надо. Никогда. Чего тут у нас? Ничего. Да блин, да дайте посмотреть, что происходит. Deploying sentry gun. Sentry almost ready. Sentry activated. Что тут? Как? А, дальше надо идти. Сейчас надо последний пересидеть. Снайпер просто урод. Он никогда не смотрит туда, куда надо. Никогда. Это вообще все закончилось. Надо стрелять, он в дверь к мусу стоит. Как говорится, вот скажите мне, что это не специально, да?
Okay. Tango, straight ahead. Да побежали ты, ёлки. Move, move. Double time. Hurry up, squad. Да, блин, выключи эту фигню. Shit, that thing sauce. Move away, guys. You like that, huh? Oh yeah. Smells good. Take a breather. Watch that stress, squad. They're heading our way. On my way. Что, настолько через пить колоду? Просто слов нет. Ugh, hate the job. Сами у всех хит жаба. They look intact to me. А, вон туда. А, вон, пошли. Еще тут как-то выбираться потом. Это же помещение для исследований. Королевы Инкара нужны Марлоу для вознесения. Боль, я так долго держали заперти. Кажется, проникся. Нет, но я же заметил, мне знакомо. Как вы это видите? А, тут стекло, видимо. Тут коконы. Сквозь коконы можно пройти туда. Мне не нужно проходить туда. Мне нужно пройти мимо коконов. Я не могу пройти мимо коконов. Потому что меня снайпер дебил. А, все. Не слушай. Ты чего? Особый какой-то, что ли? Like that, huh? Move, move! It's a drone. Looks like так. They found us. Так, так. Во-первых, вот так. Во-вторых, вот так. Okay, let's go nuts. Shit, I'm out. Suppressive fire. I really love this gun. Молодец. Right now. Hold on, Marine. This won't be long. Возможно, еще что-то есть. There. Ну, хрен like it didn't happen. Дайте смотреть дальше. Нужно ли мне к королеве заходить? Хрен его знает. Watch that stress, squad. Так, ну стресс-то есть, да. Ну, давайте присидим просто, чё нет. Так, кто-нибудь выбегите туда. Рискованно, да. Блин, так тихо. Никого нет, блин. Но стресс надо убирать. Так, ломаните пока. Чё, кто-то идёт? О, бегуны. Выруби, зараза. Так. Suppressive fire! God burns! Молчать всем. Что там у вас? Вы что, не справитесь, что с этой штукой не можете? I really love this gun. Так, лечить его. Come and get it. I'm ready! Here you go. Good as new. They lost your track, squad. Good job. Отлично, завариваем. Weld that door. You shall not pass, fuckers. Door secured. They can't get. Одну обойму. Хрен одну обойму. Два со скиллом, обойма одна. Охренеть. What are you waiting for? Breakfast in bed? Так, боевой дрон нужно починить. Ну, почините его. Где боевой дрон, который нужно починить? More signals incoming. А, понял.
Никого нет. А птичка всего две осталось. Во, летят, да? А, ну да, я только что сохранился, получается. Ну что ж, на этом тогда все. Жмите, пишите. До новых встреч.